В рамках подписания меморандума о взаимопонимании в Казанском федеральном университете прошла встреча руководства КФУ с делегацией Международного университета Кыргызстана. Все подробности далее. Визит делегации Академического консорциума Международный университет Кыргызстана начался с Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Там гости осмотрели новый 3D-центр, который оснащен в соответствии с современными тенденциями развития технологий и является ярким примером реализации отраслевого инновационного учебно-научного комплекса. Также гости осмотрели и другие лаборатории. Нас интересует медицина направление. Нас интересует направление тех, которых у нас нету. Вот мы смотрим, есть или нет. Вот я не знаю, есть у вас или нет, допустим, это как компьютеры в науке, самые современные подходы пойдут. Там еще целый ряд вещей, которые я хочу. Мне просто интересно посмотреть. Если сильно будете интересовать, пошлем сюда своих людей, пригласим ваших. То есть шаг за шагом, степ-бай-степ будем работать. Мы сейчас тоже обсуждали с коллегами о том, чтобы, скажем, поработать в смысле вот рудных, нерудных полезных ископаемых и нефти, да, вот. В этом смысле, конечно, эта страна очень интересна, и, наверное, мы будем пытаться работать, и, наверное, поедем туда, они к нам приедут, и будем как-то общаться. Далее делегация проследовала в Институт международных отношений Казанского университета. Там гости посетили ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования. Помимо директора института Рамиля Хайрудинова от Казанского университета, во встрече приняли участие заместители по международной деятельности и преподаватели. После этого делегация направилась в главное здание. Я очень рад, что у нас нашлись общие знакомые, партнеры. И я думаю, что все, что мы наметили, мы не просто реализуем, но и сможем быть друг для друга соответствующим дополнением, потому что и уровень преподавания в университете, Международном университете Кыргызстана, и, вы сами понимаете, Казанский федеральный уровень, они соотносятся, это не разные порядки. Отметим, на 2022 год в Казанском университете обучаются 72 гражданина Республики Кыргызстан. Временно исполняющий обязанности ректор Дмитрий Таюрский отметил, что в любом случае Казанский федеральный университет станет одним из самых значимых партнеров для реализации совместных программ. Интерес у нас есть, взаимный интерес, поэтому думаю, что при желании все получится, было бы желание. Поэтому надо работать. Двигаться вперед. В конце встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Академическим консорциумом Международный университет Кыргызстана и Казанским федеральным университетом. Асылбек Акматбекович Айдар Алиев подписывает меморандум о взаимопонимании в целях развития международного сотрудничества и укрепления связи между Казанским федеральным университетом и Международным университетом Кыргызстана. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Александр Кузнецов, Универньюз.